Канал «Метр с кепкой ТВ» представляет. Открывай, сыночек, рот. Видишь, мчится самолет с манной кашей на борту. Ам, и каша вся во рту. Вкусно. Не упрямься, крошка наш. Ну-ка, открывай гараж. Ну-ка, носик свой не морщ. Едет к нам на джипе борщ. Вкусно. Открывай скорее рот. С киселем корабль плывет. Чтобы он не сел на мель, нужно выпить весь кисель. Вкусно. Плачет крошка наша. Не хочу есть кашу. Борщик со сметаной тоже есть не стану. И не буду пить компот. Вот. Кошка прибежала, борщик похлебала. А собачка наша тут же съела кашу. Мышка выпила компот. Вот. Ой, сказала кроха, быть голодной плохо. Вы меня простите. Вкусно покормите. Плакать я не буду, нет. Вот спасибо за обед. Тра-та-та, тра-та-та. Ходит ложка мимо рта. Платье супом обливает, только в рот не попадает. Скажем ложке, погоди. В гости в ротик заходи и не обливайся. Ну-ка, постарайся. Сказала ложка. Я согласна, крошка. Только ты уж не зевай. Шире ротик открывай. Тра-та-та, тра-та-та. Наша крошечка сыта. Все утро кроха наша сидит над манной кашей. Съест маленькую ложку и поглядит в окошко. Вторую съест и снова в окно глядеть готова. Вдруг видит, на площадке играют дети в прятки. Шумят, озорничают, ни капли не скучает. Сказала кроха наша. Ну, берегись же, каша, тебя я мигом проглочу, ведь я на улицу хочу. Это знаю точно я, что морковка сочная. Мы морковь едим-едим, никому не отдадим. Мы морковь жуем-жуем и жевать не устаем. Чтобы нашей детки были зубки крепкие. Хочешь верь, а хочешь нет, отменяем мы обед. Сядем мы с тобой в ракету и помчим по белу свету. Понесет ракета нас на Луну или на Марс. Только нам, на всякий случай, нужно запастись горючим. Супом, рисом и котлетой. Запаслись? Лети, ракета! Ну-ка, суп, скорей съедайся. Ну-ка, сила, прибавляйся. Ну-ка, ложка, помогай. Мимо рта не пробегай. Съели суп до донышка. Ах ты мое солнышко. Крутит носом мой сынок. Есть не хочет творожок. Вот сейчас мы поколдуем. На творог слегка подуем. И сметанкою польем. И посыпем сахарком. Скажем чики-брики-чок. Стань мороженым, творог! Вот за стол сыночек сел и мороженое съел. Вкусно! Понравился мультфильм? Тогда подписывайся на канал. Для этого нажимай на значок канала. Поставь лайк, пожалуйста. А теперь выбирай следующий мультфильм. Какой мультик ты выбираешь?